Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Сегодня у нас в работе блок управления Agdelka E98. Это дизель Opel Zafira C. Блок успешно был завален. Сел аккумулятор, и блок больше на связь не вышел. Давайте мы сейчас с помощью сканматика по ABD протоколу попробуем его продиагностировать. Если он у нас на связь не выйдет, значит будем его вскрывать, делать рекавери. Рекавери будем делать с помощью ИО терминал. Он с этими блоками работает идеально. Сток был сосчитан битбоксом, так что бэкап у нас есть. Сейчас будем смотреть, потом вскрывать и заливать туда. Включаем зажигание, открываем сканматик и нажимаем ABD протокол. Видим, что соединения нет. Блок управления завален. Давайте сейчас его вскрывать, подсоединять бутпины и в режиме рекавери заливать туда уже считанный бэкап. Итак, блок мы раскрыли, заднюю крышку, отогнули лепестки, вот эти вот по периметру, как следует прогрели. Как следует надо прогревать, очень тяжело герметик отдираться. И вот, пожалуйста, в наших руках уже весь блок. Сейчас будем ставить бутпины и уже пробовать читать с помощью его терминала. Вот так аккуратненько мы их запаяли. Бутпины мы подключали по хелпу его терминал. Вот подключение к самому блоку. Здесь и вот бутпины. Два резистора по 100 Ом. Вот сюда и вот сюда. Итак, вот мы перевернули блок. Все подключения выполнили согласно схеме. И подключили его терминал. Давайте включим зажигание. Вот блок стоит в буте. 0,21 ампер. Было 0,35. Открываем ИО терминал. 49-ю версию. Выбираем Opel GM ECU. Включаем зажигание. И выбираем Agdelka Bootpin Recovery. Именно вот этот модуль выбираем. Выбираем наш блок E98. Вот он. Здесь же у него уже сразу забит паспорт для доступа к флеш и EEPROM. И давайте попробуем законнектиться. Сейчас он подбирает паспорт. Процедура паспорта не закончена. Итак, стандартный пароль, который был здесь записан на E98, не подошел. Из-за этого у нас не было и коннекта. А поскольку блок не выходит на связь, мы не смогли и Shadow прочитать тоже. Итак, мы не смогли прочитать блок, потому что не смогли прочитать Shadow. Что есть пароль, паспорт мы должны были прочитать. Значит, у нас что получилось? Сейчас блок не законнектился, он требует пароля. Пароль считается по этикетке на этих блоках. Вот мы по этикетке вычитали пароль. Теперь его вставляем вот сюда, в эту область, и нажимаем уже Connect. Вот сразу же у нас уже девайс пошел коннектиться. Все, теперь он нам позволяет сосчитать и записать любые данные, которые мы только его попросим. Давайте сейчас сосчитаем флеш. Прошла загрузка бутлодера. Сейчас чтение флеш идет. Вот мы видим, здесь написано.
Сейчас мы читаем то, что осталось в блоке. Вот флеш наша прочитана. Теперь открываем Memory Dump и сохраняем. Так, рабочий стол выбираем. Вот у нас E98 испорченный написано. Значит, пишем, что это у нас флеш. Так, с испорченного блока. И теперь давайте прочитаем EEPROM. Все, EEPROM прочитан. Вот он. Здесь же и Win содержится, и все остальное. Также мы его сохраняем. Ну, EEPROM нетронутый остался. Поэтому EEPROM он и останется EEPROM. Сохраняем. Так, и нам сейчас останется загрузить вот сюда в Memory Dump наш бэкап, который сосчитали предусмотрительно битбоксом. Вот он у нас. И записать его в блок управления. Нажимаем Write Flash. Сейчас он стирает области и затем будет записывать. Итак, флеш удачно записано. Делаем disconnect. Итак, бэкап мы залили в блок E98. Очень нам помог разработчик его терминала Andreas. Он нам посчитал пароль и помог как следует склеить наш файл. Давайте теперь сделаем идентификацию. Вот ECU-info нажмем, включим напряжение зажигания и прочитаем. Вот смотрим. Блок ожил, выходит на связь. Все буквально идентификации он нам выдал. Можно сейчас ставить на машину и спокойно заводить. То есть блок мы подняли. Еще раз спасибо огромное Андреусу за его неоценимую помощь. То же самое мы, если выберем вот так, законнектимся. Вот connect OK. И уже теперь мы можем спокойно прочитать паспорт. Вот, пожалуйста. Все, блок готов. Нажимаем Disconnect, выключаем зажигание и закрываем наш любимый его терминал. Сегодня мы с вами делали блок управления Agdelka E98, это дизель 1.6 Opel Zafira C. Блок был успешно завален битбоксом, пропало напряжение на аккумуляторе и блок лег. Причем файл полностью весь испортился. Восстановить файл нам помог
Андреус, разработчик его терминала, и также помог вычислить пин-код по наклейке. Всем всего самого наилучшего, много хороших клиентов, много интересной работы, а самое главное, крепкого-крепкого здоровья.